С моей точки зрения, давно пора вернуть процедуру лишения гражданства. Вон Зеленский без затей 14 священников православной церкви лишил гражданства вон отсюда. И гражданин Медведчука уже гражданство лишил. А мы что смотрим? А зачем нам такие граждане? Это вообще позор России. Сначала лишить гражданства, потом изъять денежные активы и следом недвижимость. А то хорошо получается. Он тут две бабушкины квартиры сдает в Москве и прекрасно себя чувствует на Лазурном берегу. Не надо, не должен ты себя нигде хорошо чувствовать. Из России ты деньги получать не будешь. У нас капитализм. Бить надо по самому больному, по кошельку.